Насыщенная программа и масса веселья. Этим отличается любой праздник в нашем городе. Но день рождения – особенная дата. Даже те, кто обычно предпочитает сидеть дома, в этот день не остаются безучастными. Традиционные мероприятия начались с шествия трудовых коллективов. Несколько тысяч десногорцев организованной колонной прошли по центральным улицам города. Это работники образования и их воспитанники, врачи, строители, водители и атомщики. Все старались представить свои предприятия и организации как можно красочнее. Возглавляли шествие знаменосцы, символизирующие социально значимые проекты госкорпорации «Росатом», объединенные в рамках уникального мероприятия «Росатом вместе», стартовавшего на территории нашего города в этом году. Конечно, особые слова благодарности и почет были направлены в этот день ветеранам и участникам войны, первостроителям и ветеранам атомной энергетики. Именно они создавали и развивали наш город и атомную станцию. Благодаря им мы имеем красавец Десногорск. С трибуны их приветствовали руководители города и станции, духовенство и депутаты. Празднование Дня города проходило сразу на нескольких площадках. Например, на Аллее Славы возле администрации состоялось ежегодное обновление доски почета. В этом году в летопись трудовой славы города занесены еще 12 имен. Это транспортники, медики, педагоги и заслуженные работники 12 организаций. Спасибо вам за вашу такую приверженность вашим традициям, за любовь к вашим профессиям, за силу вашего характера, за верность избранного вами пути. Это очень важно. А на городской эстраде десногорцев ждала обширная развлекательная программа. Для самых маленьких жителей были организованы спортивные эстафеты и игры. Помогали им в этом ростовые куклы. Они же волонтеры Центра культуры и молодежной политики. Каждый желающий мог в этот день записаться в их ряды. Разнообразные конкурсы, ярмарки, аттракционы для детей, фотозоны на баннере и с необычными милыми зверюшками. И неизменно хорошее настроение. Все это в достатке присутствовало на празднике. Праздник был замечательный. Все понравилось. Живое выступление, организовано для детей. Все хорошо. Вокруг все светло, весело, красиво, оживленно. Это ощущается. Город цветет. Очень крутая, очень интересно, очень весело. Вообще мне нравится тут все. Безупречное звучание великолепных голосов и виртуозное музыкальное сопровождение в исполнении Смоленского русского народного оркестра имени Виктора Дубровского. Выступления коллективов Центра культуры и молодежной политики, гостей из Смоленска и Брянска, а также групп «On-Off», «Все сложно» и «Хейлис». Все это и многое другое десногорцы могли увидеть на праздновании Дня города. Программа длилась до позднего вечера. Завершилось празднование великолепным фейерверком.